Лесные пожары в Калифорнии продолжаются уже несколько дней, однако сегодня они достигли критического уровня. Настолько критического, что губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе. В округах Вентура и Санта-Барбара 260 тысяч жителей остались без электричества. В округе Лос-Анджелес, где площадь пожара достигла 4,4 тысячи гектаров, эвакуированы 150 тысяч человек. По некоторым сообщениям, пораженная огнем область превышает по площади территорию Нью-Йорка. Отметим, что пожары в Калифорнии начались еще в начале октября, и с тех пор более 200 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Природные катаклизмы не имеют государственных границ. Последствия и беды, что приносят общепланетарные катаклизмы, выходят далеко за очаговое, отдельно взятое государство. И так или иначе, касаются всех жителей Земли. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.